Рынок торговли и услуг, где соблюдаются нормы шариата, находится на стадии развития, и спрос значительно превышает качественное предложение. Ощущается нехватка надежности в партнерских взаимоотношениях между предпринимателями, потребителями и производителями. Первая международная выставка исламской продукции «Каспий Халяль Экспо» стала самым значимым событием халяль-индустрии в Дагестане. Выставка «Халяль Экспо» прошла с 23 по 25 августа в выставочном комплексе «Каспий Экспо». Встретились представители российских и иностранных компаний халяль-промышленности. Прошла она при поддержке правительства Дагестана, Духовного управления Мусульман Республики и Совета муфтиев России. Организатором выставки является компания «Рисалат Холдинг». В ней приняли участие как северокавказские бизнесмены, так и иностранные фирмы. На выставку приехали бизнесмены из Малайзии, Пакистана, Азербайджана, Казахстана и Турции. Следует отметить, что весь комплект документов для участников полностью был подготовлен. Участие в выставке платное. Приветствовалась любая сфера деятельности. География участников широкая. В ходе выставки дагестанские предприниматели представили несколько инновационных проектов. Исламскую одежду, халяльные продукты питания. В рамках выставки прошли образовательные и дискуссионные форумы об исламском бизнесе. Для предпринимателей выставки «Каспий Халяль Экспо» это возможность наладить контакт с потребителями, оптовыми и розничными дистрибьюторами, крупными и малыми производителями, инвесторами из различных регионов России, СНГ и других стран. Среди основных задач – объединение усилий по развитию халяль-индустрии, развитие межрегионального и международного сотрудничества, презентации и обсуждение перспективных инновационных проектов, взаимодействие производителей, дистрибьюторов и розничных сетей, инновации в сфере халяль, развитие исламских финансов и обмен опытом. Участники выставки получают возможность наладить поставки своей продукции в Республике Дагестан и регионы России, Казахстана, а также другие страны. Увеличить продажи благодаря притоку новых клиентов. Договориться с поставщиками из других регионов и стран. Повысить лояльность потребителей посредством живого общения. Обменяться опытом и пообщаться с коллегами. Изучить спрос среди покупателей, получить живые отзывы о продукции. Найти новые перспективные направления развития компании. Вывести бизнес компании на рынок Республики Дагестан Северного Кавказа, привлечь инвестиции в перспективные проекты. Основные задачи выставки «Каспий Халяль Экспо» – объединение усилий по развитию халяль-индустрии, развитие межрегионального и международного сотрудничества, презентация и обсуждение перспективных инновационных проектов, взаимодействие производителей, дистрибьюторов и розничных сетей, инновации в сфере халяль, развитие исламских финансов и обмен опытом. Ну и немножечко кратко о всей программе. Выступления приглашенных гостей, презентация проектов компаний, заинтересованных в привлечении инвестиций, презентация компаний и партнеров выставки, презентация регионов, образовательные и дискуссионные форумы, исламский театр, молодежный форум, исламский стиль, одежда и аксессуары, национальные продукты, кухня, мастер-классы и очень много интересного. Результатом мероприятия стали десятки договоров о сотрудничестве и партнерстве, множество награжденных и масса впечатлений от этих трех дней работы. А горожане и гости столицы пополнили свои запасы провизии качественной продукции на несколько недель вперед. В рамках выставки «Каспий Халяль Экспо» была принята резолюция, в которой было озвучено совместное желание развивать сферу халяль. На выставке был презентован сертифицированный центр халяль, который открывается при Духовном управлении мусульман Дагестана. Воздадим хвалу Всевышнему за предоставленную возможность проводить подобного рода мероприятия. Патимат Алиева, Магомед Зурканаев, специально для Прибой ТВ.